Я прошу прощения. Ты что, раздеваешься перед ними? Они не критикуют меня и всегда рады видеть. С точки зрения астрологии, для тебя вот-вот все сбудется. О, я бы хотела, чтобы были такие мужчины, как вы. Я возьму плащик. Сыну подотри. Ты не видел Аякса и Саммита? Да чтоб меня. Мать, твоя женщина, о господи! Чувак, можем завалиться ко мне. О, благодарю, но моей хозяйке это не понравится. Как поживает самая красивая женщина на планете? Он человек. Но для любви это не помеха. Девчонки, это же он!